Позвал, блядь, позвал девчат к себе на дачу отдыхать, рубить пополам. Стой, стой, снимай дальше, смотри. А чё? Куда пистолет? Ты мне должен дать так, чтобы я смог его взять хотя бы, блядь. Ну давай, окей. Давай, я должен говорить «надо по делам». И ты мне прям въебал. Да блядь! Поближе, встаньте, не буду. Будет смешно. Блядь, надень ты шапку нормально. Хуй! Не смотри на меня так зло, блядь! Стой, у тебя талант, руби пополам! Ты ушел такой. Я должен как-то выйти вот так с ними сюда, посмотреть туда на дорогу, да? Как это все неудобно, сука, ебаные ворота. Пизду, блядь. Маши. Как это? Как-то это было уебище. Лицо. Че, мы снимаем с всех ракурсов, как я наслаждаюсь. Да-да-да, наслаждайся. Знаешь, как Шварценеггер так. Гарик бы не словить нахуй. Насладился, блядь. Джижа микстура с лимоном. Это продукт плейсмент. Да что? Давай, кидай. Блять, ну Саня, ты-то можешь ржать, ну кидай бабло просто в ебало. Блять, вот проблематично вот это. Двигать руками, конечно, ты не умеешь, блядь. Ну иди нахуй, блядь. Александр Павлов на MTV. Нет, стой нахуй, пиздец. У нас дрова не рубятся, блядь. Да, это жестко было, это клево. Вот это дизастер. Вот Дима чисто дизастер. Просто землю. Боюсь, мы друг друга нахуй здесь травмируем. Ну давайте мы вот так. У тебя вообще ебучий топорик, Дима. Давай мы просто возьмем поляшку и начнем как долбоебы хуячить. Три топора, еба. Я не буду это использовать. Почему? Потому что это хуйта. Нет. Давай. Тебе ничего было по ногам поздно, не въебало? Бля, было бы поздно, если бы она встала. Козамёт. Блять, я сейчас... Иди нахуй, сука, я не хочу в этих условиях работать. Сука, ты работаешь. Да я не могу взять полежку, ты, блядь, мне в ноги нахуй хуячишь руки. Я не могу, блядь, взять полежку.
Метал обязательно сделай анкаты какие-нибудь. Ярик, вот Ярик. Аккуратно, ты чё, блядь? Вьетнамский флешбэк, да? Павлову флешбэк, да. Привиделся, начал хуячить. Еще чуть-чуть пару видео. Эта хуйня не рубится, но я ее доделал. Доделал, блядь. А потом еще какой-нибудь доделаю. Парень. Не то, что всякие палы. Нет, плохо разорвалось. Склей их обратно, Дима склеит. Дима, ну. Сейчас будет красиво. Проектировщик. Институт закончил. Твою мать, Дима, ну. Дима добывает огонь. Как там пиво? Я идиот. Дешевый понт. Дима, возьми какую-нибудь дровишку, просто кинь ее в кучу. Просто порубить нихуя не можешь. Дровишку, прямой я блин. Сейчас нормально срублю. Это моя. Ебаный в рот, блядь. Сука! Вот так надо. Позвал девчат к себе на дачу отдыхать. Смотрю прогноз погоды, начинаю понимать. По углам заплят резвых пашет резко. Позвал девчат. Блять. Как все быстро. Блять, мы нашли, блять, мертвую птицу. Она... Да ну нахуй, она была в печи, сука! Она твердая. Так давай ее ради ножки что-то прогреем. Можно шавуху делать? О, в натуре, у нее нот мясо. Блядь. Бедный птиц. Ну это деликатесик. О, дай его в печь, блядь. А, блядь, закрою эту... Пиздец, да ну... Нахуй его в печь, что ты хочешь? Посмотри в камеру, Дима. Колени горят. Все горит. О, горел! Реально очень жарко спало. Внезапно. Фига, у меня реально нога поджарилась. Может этот стул убрать? Так. А-та-та, ну давайте тусить. Че, будем бухать? Почему бы и нет? А что бы и не побухать? Это довольно вкусно, блядь. Да. Это еще и сложно нахуй. Ну че, винишко, давайте. А-та-та. Как эта хуйня работает? Тропический рай, потому что дубак пиздец. Смейтесь! О, какая девочка! За курочку! За курочку! А что, какое у вас любимое блюдо в пицце, шишки? Мое любимое блюдо – секс! И не все шишки. Как я люблю секс! Ну, да, да, давай. Все нормально? Да, все хорошо. Давай, пока.